Я хорошо помню, как 1 сентября 1980 года я так же, как и вы, стоял на этой площадке, и мне казалось, что начинается новая жизнь, что-то необычное, что-то вот таинственное, что скрывается за стенами этого здания, и ожидания не обманули меня. 1 сентября, на самом деле, началась новая жизнь. Я помню, что 1 сентября я сразу получил по зубам. Неожиданное 1 сентября, но я понял, что началась новая жизнь. И когда третьекласснику я не отдал рубль 20, который мама мне отдала на обед, его это расстроило, и как-то он решил сразу мне показать, кто в школе старший, кто главный. Я, соответственно, отреагировал, нокаутировал этого третьеклассника, и родителей 2 сентября уже пригласили в школу. На что мама мне сказала, что я даже не предполагал, что ты так начнешь учиться. Но отец, вернувшись из школы, сказал мне: молодец, сын, ты все правильно сделал. Вот так в первом классе я стал вначале неофициальным лидером в классе, а потом официальным. Ваши взрослые советы, мы такие, мы друг друга понимаем, мы играем, никого не замечаем, выше неба, выше солнца улетаем, мы ладошки наших звездам поднимаем. Нам открыты новые пути в новый учебный год. Дорогие друзья, в этом году Череповецкий университет распахнул свои двери для почти 1500 новых студентов. Эти студенты представляют и город Череповец, и всю Вологодскую область, и более 20 регионов страны. Дорогие первокурсники, сегодня вы получаете документы, которые удостоверяют звание студента. Вы приобрели его по результатам вступительных испытаний и получили полное право на это звание. На несколько ближайших лет вы становитесь членами новой семьи, университетской семьи, отношения в которой самые дружелюбные, базируются на совместном желании развивать знания, науку, становиться профессионалами, передавать эти знания со стороны преподавателей, профессоров и сотрудников университета. Но кроме этого, вы становитесь членами студенческого братства, вы приобретете друзей на всю свою будущую жизнь. Дорожите этими годами. Стремитесь, чтобы они не были потрачены зря. Надеемся, что нет. Воронина Ксения Николаевна. Я очень счастлив, что я дождался таки своего замечательного студенческого билета. Очень рад тому, что все-таки наконец-то поступил. Вот, ну, учиться, 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 больше-то пока. Что дальше? Пока вот учиться, учиться, официально учиться.